Уровень резни 20. Здоровье 99 из 99. Еще нет. Все еще теряю информацию. Я убил этого ребенка 34 раза. Теперь человек знает, как увернуться от моих атак. Я умер как минимум 5 раз, прежде чем стал свидетелем последнего перезапуска. Что ребенок сделает в этот раз? В лесу они повторили каждый бой. Поэтому я тоже повторил кое-что. Но в этот раз я не совершу ту ошибку. Санс! Не сегодня, малыш. О чем ты только думал? Я рад, что успел вовремя. Санс! Ну, мы оба знаем, что будет дальше. Поэтому не мог бы ты сделать одно одолжение. Просто не подходи к человеку. Это все. Это что-то вроде последнего желания. Пожалуйста, не шути об этом, Санс! Прости, папирус. Однажды он сказал мне своей обычной серьезностью: «Бедное проклятое создание, принужденное улыбаться, несмотря ни на что». Я ненавидел его отвратительный юмор, но иногда я не мог не согласиться с ним. Ой, ну еще 5 минуточек. Это замок Асгара? Папирус, укрытие в другой стороне? Папс? Подожди, папирус! А что за... А? Ой, эй, бро. Ха, смешно. Потому что я помню около 100 временных линий, но я не помню, что я мертв. Впрочем, это довольно удобно. Но если подумать, подобное происходит впервые. Умереть далеко от точки сброса человека. Новая информация для следующего раза, я полагаю. Санс. О? Что мне делать? Папирус, ты... Ты... Конечно, нет. В своем одиночестве я тоже звал твое имя. Ты не поверишь тому, что я слышал. Я слышал... что Андайн погибла в борьбе вместе с человеком. Если тебе действительно нужен мой совет, то спрячься и жди перезапуска. Не рискуй собой. Это, возможно, чувствую, но, возможно, если я пойду в замок и смогу встретиться с человеком, думаю, что я смогу... Стоп, что? Папирус, это единственное, чего я просил тебя не делать. Тебе просто нужно чуть-чуть подождать, пока человеку не станет скучно, и тогда мы оба будем в порядке. Я не волнуюсь о смерти, но, пожалуйста, папирус, нет, я что, многого прошу, я хочу что спасти тебя. Что ты сделал, Санс? А? Ой. Я бы остановил тебя. Санс. Я скучаю по тебе. Пожалуйста, стой! Ты уже это все делала. Ты лучше всех знаешь, что информация, которую мы собираем... Хватит! А разве не ты начала все это в первый раз? Ты хотела узнать их получше, да? Никто не заставлял тебя платить цену, которую я назвала. Ты уже не помнишь, партнер? Поэтому не переживай. Скоро мы доберемся до Метатона, а затем
мы покончим со всем.